Всем приветик! Сегодня хочу показать свои покупки из магазина Fix Price. Шла я туда за моющими средствами, за бытовой химией. Давайте с нее, наверное, начнем. Повторила я покупку вот такого средства от Чистин, универсального. Содержит активный хлор и подходит для очень-очень многих целей. Мне понравилось это средство. Оно действительно отмывает все очень хорошо. Ванную комнату мыть одно удовольствие с этим средством. Также подходит для чистки плит, кафеля. Мне понравилось. Единственное, девчонки, будьте аккуратны при использовании данного средства. Обязательно используйте перчатки и, скажем так, долго не вдыхайте это средство, потому что оно ядерное, может раздражать слизистую. И я как-то очень долго мыла ванную комнату, и у меня даже покраснели глаза, и глаза щипало. Поэтому будьте аккуратны в применении. Но средство достойное, отмывает все без лишних каких-то усилий. Мне оно понравилось, и я его с удовольствием повторила. Также здесь большой объем, да, 750 грамм. Следующее средство, которое я приобрела, для меня новинка. Это вот такой огромный бутылек в объеме 1 литр, стерил. Гель универсальный, морская свежесть. Заявлено, что полностью устраняет грибковый налет для чистки кафеля, раковин, ванн и сантехники. Именно для этих целей я и приобрела, но еще не пробовала. Думаю, будет действовать неплохо. А потом как-нибудь, если будет интересно, то поделюсь своим отзывом именно на это средство. Также Fix Price я приобрела средство для мытья полов. Это тоже у нас Чистин нежная роза. До этого никогда не приобретала. Тут решила попробовать. Также огромнейший объем. Да, 1 литр. И подходит у нас для многих поверхностей. И ламинат, и линолеум, и так далее. Кстати, почему-то еще не попробовала, какой аромат. Действительно ли пахнет розой, как-то не открывала. Ну, не скажу, что пахнет розой. Пахнет таким шиповником химическим. Но, в принципе, пойдет для мытья полов. Попробуем. И также из бытовой химии я приобрела вот такое средство. Это у нас Home Star. Спрей для чистки плит, 500 мл. Очень удобно, что здесь идет дозатор. Именно для чистки плиты и фартука я планирую использовать это средство. Тоже не пробовала, но в обзорах я часто видела, и девчонки действительно хвалили. А также приобрела я вот такой порошок. Ласка, магия бальзама. Предназначен он для деликатных вещей, шерсти. Конечно, планирую стирать им свитерочки, сейчас зима, и именно вот для ручной стирки, мне кажется, подойдет. Также в магазине Fix Price приобрела я соль для ванны, здесь 1200 грамм, и с ароматом ванили и молока. Мне понравилось, что эта соль достаточно мелкая, и на первый взгляд, я ее так посмотрела, абсолютно нет никакого мусора. Думаю, будет неплохо. Так, а производитель у нас Greenfield Rus. Не знаю, никогда не слышала такого производителя, но на первый взгляд соль мне понравилась. Также из хозяйственного, что я приобрела. Так, сейчас, девчонки. Взяла я на пробу вот такие полоски свежести для унитаза, антибактериальные. Здесь 7 полосок. Как-то я не приобретала раньше именно вот такие полосочки. Как я поняла, это новинка Fix Price. Ну, посмотрим, как будет справляться. И также моя практически постоянная покупка. Это вот такие самые обычные латексные перчатки хозяйственные. Здесь 10 штук. Расходуются они у меня очень быстро и очень удобно. Они для меня одноразовые, на одну уборку, поэтому приобретаю достаточно в больших количествах, и в Fix Price магазине самая выгодная цена именно на такие перчатки. Также приобрела я там вот такие маникюрные ножницы. Девчонки, ножницы неплохие, но они немножко такие грубоватые, толстоватые, именно как для маникюрных, но ими можно работать, но
Я бы не очень рекомендовала вот именно эти маникюрные ножнички к покупке. Там, я знаю, есть наборы маникюрные, может, там лучше, но именно вот эти, которые идут одинарные, они толстоваты, грубоваты, ну, не совсем подходят именно для маникюра. Также в магазине Fix Price я приобрела альбомы для фотографий. Есть у меня старые фотографии, которые нужно разобрать, сложить. Выбрала такую расцветку, и второй альбомчик я уже выбрала вот в такой расцветке. А здесь на 96 фотографий, и сами листочки, они тонкие. Ну, в принципе, если заполнятся фотографиями, я думаю, будет неплохо, приятные картинки, и за 51 рубль, почему бы и нет, мне кажется, довольно выгодно. Также приобрела я вот такие пазлы детские. Здесь у нас 160 штук, как бы так показать. Так, вот 160 штук. Красивая картинка. Тоже, думаю, выгодная цена на пазлы. Подарю одной знакомой девочке, дочке моей знакомой. Так, и давайте, наверное, уже переходим к еде. Из еды у меня совсем немного покупок. Приобрела я макароны. Буду немножко шуршать, девчонки, извиняюсь. Это у нас паста коллекшн. Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Я уже приобретала и неоднократно именно эти макароны. Они мне понравились. Идут они в магазине Fix Price. Два по цене одного. Как-то так. Взяла я не одну пачку, взяла сразу несколько. Макароны неплохие, они не развариваются. 8-10 минут их варить. И достаточно приятные на вкус, могу их порекомендовать. И также вот такую пасту. Тоже нравится, замечательные. Если кто, девчонки, не пробовал, приобретите, я думаю, понравится. И последнее, что я приобрела именно из еды, к сожалению, коробочку мы уже открыли. Это вот такие ломтишки, ломтишка десерт. Я одну попробовала. Достаточно неплохая, думаю, для детей понравится, сладенькая. Но я посмотрела состав не очень хороший. Я думаю, это будет последняя моя покупка именно вот такой ломтишки. Но по вкусу приятная, по вкусу достойная, тут уже смотрите сами. Ну вот, девчонки, такие покупки в магазине Fix Price у меня были. В основном бытовая химия. Надеюсь, вам было со мной интересно, я была вам полезна. Большое спасибо вам за внимание. Скоро увидимся. Всем пока-пока.